Умеющий гнев сдержать, позорных дел не совершит. Привет, я Даша. Я продолжаю рассказывать о своей родословной. Сегодня наступила пора для одной очень трагической истории, в которой есть какая-то печальная романтичность даже, хотя о любви там и речи не идет, безусловно. Пожалуй, таких историях по книге писать. Произошла она, мама сомневается, когда, ну, где-то примерно в 60-х, с сыновьями Лидии, Зиновьевной, она дочь того самого Зиновия Анисимовича Перминова, о котором мы с мамой вдвоем рассказывали в предыдущем видео из этой категории. Жила-была Лидия, замужестве она Белоусова в девичестве Пермина, и было у нее три сына – Юрий, Павел и Алексей. Однажды два ее младшеньких, Паша да Леша, игрались с обрезом, причем откуда оно взялось непонятно, потому что мама не помнит, чтобы их отец был охотником или что-то вроде того, так что здесь все туманно. Ну и вышло так, что Павел случайно выстрелил своего брата, тот упал. Павел, будучи уверенным, что все, убил насмерть, да, сразу прозвучало, он пошел на реку и повесился на дереве, которое росло на берегу. Причем в результате выяснилось, что Алексей не был убит, он был только ранен, причем даже не особо тяжело. И вот такая трагичная история произошла в семье. И вот судьба порой удивляет. Любите своих близких и хольте, лелейте их, заботьтесь о них. Удачи вам всем и пока-пока.